Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Плакса. Ну вот, настоящий праздничный пирог. Ой! Мила, тебя кто-то обидел? Сейчас мы ему покажем! Никто! Куличик сломался! Не плачь, мы другой построим! Не хочу я больше куличики лепить! Тогда давайте блинчики пускать! 3, 4! Ну, Мила, давай! Ну вот, мой камушек сразу утонул. Не расстраивайся, это же игра! Не хочу я играть! Есть идея! Пошли землянику искать. Мила, вот увидишь, ты самую большую ягодку найдешь. А вдруг Мила не найдет ягодку? Опять будет плакать? Надо что-то придумать, чтобы она не плакала. А может, нам тоже плакать? Как это? Понарошку. А Мила станет нас утешать и сама не будет плакать. Это ты здорово придумал! Нет здесь никаких ягод. Вы что? Я ягодку не нашел. Я тоже. Может, тогда в мячик поиграем? Ой! Мила, все это время мы притворялись, что плачем. Что? Мы делали это для того, чтобы ты нас утешала, а сама не плакала. Значит, это не вы, а я плакса? Вот так Лунтик и Кузя отучили Милу плакать по пустякам. И самое главное, сделали это весело и не обидно. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет.
А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Лунтик, мы улетаем, вернемся к обеду. Баба Капа, а каша еще есть? Посмотри, может, на дне котелка немного осталось. Котелок. Ой, каши совсем чуть-чуть. Ну же, побыстрее. Может, просто облизать котелок изнутри? Какая вкусная каша! Снимайся же, ну пожалуйста! Не выходит, кто бы мне помог? Главное выйти из дома. Наверняка кого-нибудь встречу, и мне помогут. Извините, вы не могли бы мне помочь? Чудовище! Чудовище! Извините. Вы не могли бы мне помочь? Чудовище! Извините. Извините, а вы не могли? Чудовище! Вупсень, спасайся! Чудовище! Извините, я не чудовище. Ой! Чудовище! Извините, вы не могли бы мне помочь? Извините. Чудовище! Чудище, уходи! Мила? Мила, не бойся, это я, Лунтик. Лунтик? Лунтик, это не смешно. Быстро снимай котелок. Я бы с радостью, но не получается. Залезть я смог, а вылезти не могу. Понятно. Сейчас помогу. Я не думал, что так застряну. Мне ничего не видно. Бедненький, ты так сюда и шел? Да. Думал, мне кто-нибудь поможет, но все только пугаются. Конечно, ты бы видел себя со стороны. Голова есть, а лица нет. Жуть какая-то. Дай-ка я тебе глаза и рот нарисую. Вот теперь ты гораздо симпатичнее. Но я все равно хочу его снять. Не волнуйся, я слетаю за Кузей и пчеленком, и мы вместе что-нибудь придумаем. А ты посиди тут, ладно? Ага. Да я правду говорю! Огромная голова! Такая черная и без глаз! И ты хочешь, чтобы я в это поверил? Испугался какой-то ерунды? Вот я ничего не боюсь! Ой! А-а-а-а-а! Вот оно! Я же говорил! Только теперь у него глаза есть! Вупсень, не бойтесь! Это я, Лунтик! Мне просто котелок не снять! Лунтик? Ты что, застрял? Вот непутевый! Ты уверен, что масло поможет? Конечно. Смажем края котелка, и он легко соскользнет. Хорошо, но давайте скорее. Бедный Лунтик там совсем один, в темноте. Смотри. А ну-ка отойдите от Лунтика. Прекратите, ему и так плохо. Нечего было лезть, куда не следует. Теперь он этот котелок никогда не снимет. Ой. Получилось. Ура! Это я с таким лицом сидел? Мила, это ты нарисовала? Пойдем, тут больше ничего веселого не будет. Капа с Шером еще не знают, какие похождения были у Лунтика с котелком. Но сейчас и им будет весело. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Дикая букашка. Хочешь нектара? Какая ты веселая букашечка! Ну еще!
Дедуля, бабуля, можно Букашечка с нами пообедает? Хорошо, садись за стол, а я сейчас принесу ей тарелочку. Можно я оставлю Букашечку у себя? Она такая хорошая. Ну, хорошо. Только теперь ты за нее отвечаешь. Конечно, я буду следить за ней. Обещаю. Она что, у тебя дома живет? Ага, только ей не сидится на месте. Все время бегает и шумит. Вот я и решила выйти с ней погулять, пока бабуля с дедулей спят. Эта букашка такая шустрая, за ней постоянно надо следить. А я и слежу. Ой, а где она? Фу, нельзя! Мила же на меня обидится. Да, так гораздо удобнее гулять. Ага, теперь она от тебя не убежит. Выходит, я не могу взять ее к себе домой. Жалко, нам было так весело. Можно подумать, ты теперь с ней играть не можешь. Ты прав, Кузя. Какая разница, где живет Букашечка? Я сам к ней буду приходить. Теперь Лунтик может вернуться домой и позавтракать, а Букашечка может спокойно играть там, где ей захочется. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Воздушные шарики. Надеюсь, Кузе понравится наш подарок. Конечно! Представляешь, как высоко он сможет прыгать? Ой! Давай лучше я понесу. Давай! Привет, Клава! О, Лунтик! Еда! Дай! Не могу,
Это подарок для Кузи. У него сегодня день рождения. Наши шарики! Ой, смотри, она улетает! Бежим за ней! Клава, Клава, стой! Держи ее, Лунтик! Что же теперь делать? Беги за ней, а я позову кого-нибудь на помощь. Хорошо. Клава! Клава, стой! Ты чего? Ой, что это? Спасите! Это же Клава! Наша зебка! Пупсень, скорее, помогите! Ну вот еще! Она нам ворота сломала! Во-во, и меня напугала! Эй, Лунтик, осторожней! Сетку не порви! Всегда с этой малышней что-нибудь случается! Скорее! Ее несет к пруду! Держи! Не может быть! Дирижабль! Вон она, держи! Лунтик! 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 Куда она могла полететь? Что же мы теперь Кузе подарим? Посмотри, какое странное облако! Держитесь! Я сейчас! Эх вы, неумехи! Да уж, ничего сами не могут! Держите ее, держите! Нужно ее распутать! Держите, держите! Наша сетка! Лунтик! С днем рождения! С днем рождения, Кузя! Вот, это тебе! Ой, то есть... Спасибо! Перо! Жаль, у нас теперь нет пирога! Ну ничего, зато у нас есть воздушные шарики! С днем рождения, Кузя! Ой-ой, что это? Ребятам надолго запомнился Кузин день рождения, а жаба Клава с тех пор никогда не брала чужого без спросу. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Страна игрушек. Ребята, уже поздно. Пора убирать игрушки. Хорошо, бабуля. Ага. Ладно. Кузя, оставь железную дорогу здесь. Вдруг Луня ночью захочет покататься. Ты что, думаешь, твоя Луня ночью оживает? Конечно. Все игрушки ночью оживают. Ха, ну ты даешь. А что такого? А вдруг и правда? Да ну! Ты сам-то видел? Нет, я ночью сплю обычно, но можно не поспать одну ночь и увидеть. Сомневаюсь я что-то. Лунтик, я согласна не спать. Ладно, я тоже с вами. Посмотрю на ваши ожившие игрушки. Пусть игрушки думают, что остались одни.
Что я вам говорил? Не оживают игрушки. Может, они в следующую ночь оживут? Ой, снова не спать? А, нет уж, хватит, и так все ясно. А я буду ждать. Конечно, конечно, хочу. Она спрятана высоко-высоко. Ее никто никогда не видел. Вот, это страна игрушек. Здесь живут мои друзья. Лунтик, мы рады приветствовать тебя в нашей стране игрушек. Что Кузя и Мила этого не видят. Тогда бы они поверили. Кузя, Мила, смотрите, это настоящая страна игрушек. Смотрите! С добрым утром! Завтрак готов. Так это мне только приснилось. А, Луня, откуда у тебя этот венок? Лунтик, я сегодня во сне такое видел! Лунтик, Кузя, мне приснился волшебный сон, как будто... Мы были в стране игрушек. А ты откуда знаешь? А может, это был все-таки не сон? Может быть, сказочная страна игрушек на самом деле существует? Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Сбежавшее тесто. Ох, ну вот, замесила тесто для пирога. А про начинку-то забыла? Ягод не собрала. Баба Капа, я пойду гулять с друзьями. Ох, Лунтик, мне очень нужно слетать за ягодами. Не мог бы ты последить за тестом? Конечно, а зачем за ним следить? Чтобы оно не сбежало. Я быстренько слетаю. Тесто может сбежать? Хм, от меня не сбежит. Буду за тобой следить. Ой, а? Тесто хочет убежать. Привет! Ты чего не идешь? Мы тут такое место нашли. Пойдем скорее. Не могу. Я должен следить за тестом. Ха, а давай его с собой возьмем. Совместим приятное с полезным. Мне кажется, это не совсем правильно. Да все нормально. Ты ж за тестом следишь? Следишь. Смотри. О, ух ты! Ставь кастрюлю и пошли кататься. Нет, я возьму ее с собой, на всякий случай. Давайте поедем друг за другом. Давай! О, смотрите, тесто убегает! Стой! Ой, держи!
есть уплыло. Ну что за день такой? Даже придраться не к чему. О, добрый день. Добрый? Да что в нем доброго? Сидишь тут тихо, мирно, и вдруг бац! Извините, это мое тесто сбежало, то есть уплыло. Ах, твое? Вот и забирай его! Пупсень, еще раз надо мной засмеешься, получишь, ясно? Ясно? В следующий раз я даже не улыбнусь. Уй! Я точно знаю, кастрюля упала где-то здесь. Надо было сидеть с ней дома. Да не переживай ты так, Лунтик. Найдем мы твою кастрюлю, вот увидишь. А, вон где тесто. Смотрите, оно убегает. Пупсень, я тебя предупреждал. Я не мог сдержаться. Не каждый день на тебя кастрюля падает. Сейчас она на тебя упадет. Пупсень, пупсень, это моя кастрюля с тестом. С тестом? Значит, это ты кинул ее мне на голову? Нет, что вы, тесто само от нас убежало. Ах, убежало. А вот сейчас оно улетит. Все, давайте отнесем кастрюлю домой. Да, так спокойнее будет. Все равно с ней не погуляешь. Здравствуйте, ребята! Что это вы делаете? Баба Капа, тесто хотело убежать, но мы его остановили. Ах, какие вы молодцы! Дальше я сама с ним управлюсь. Можете идти гулять. Ура! Да, совместить приятное с полезным оказалось не так-то просто. Но теперь Лунтик мог гулять со спокойной душой. От бабы Капы тесто уж точно не убежит. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Выставка. Эй, Пупсень! Эй! Пупсень, что это у тебя? Чучело пчелы! О, класс! Дай-ка я попробую! О, генерал Шер! Ух ты, круто! Как у вас тут красиво! Ага, наше чучело красивее всех! Даже красивее настоящих пчел! Это точно! Мое чучело! Ой! Эй, ты наше чучело поломал! Простите, я нечаянно. Я сейчас все поправлю. Мое чучело! Такое красивое! Держись подальше от этого места! Тут наше чучело! И вообще, нечего тут ходить! Извините. Ладно, хватит рыдать. Он ушел. А здорово мы его выставили, да? Точно! Давай теперь его чучело сделаем. Давай! Стойте, стойте! Туда нельзя ходить! Там чучело! Внимание! Чучело! Нужно идти в обход! Здравствуйте, дядя Корней! А зачем вы делаете заборчик? Чтоб никто тут не ходил. А то вчера отряд муравьев чуть в мою нору не свалился. Заборчик? Спасибо, дядя Корней!
Вот так вот. Ага, круто! Только у меня от этой травы во рту все пересохло. Пошли к ручью. Ой, это еще что такое? Не знаю. А, пошли другим путем. А? Что такое? Отсюда не выйти! Вытащите нас! Помогите! Спасите! Кто-нибудь! На помощь! Вытащите нас! Отсюда не выйти! Откуда взялся этот забор? Не знаю. Давайте поищем вход. Стойте, стойте! Там за забором чучело! Какие еще чучела? Ах, Лунтик, разве можно гусениц чучелами называть? Это не... Если гусеницы вредные, это не значит, что их надо отгородить забором. Я не... Выход! Кто этот забор построил? Я хотел только чучело отгородить, чтобы к ним никто не ходил. Вы же сами сказали держаться подальше от них. Так что это за чучело-то? Ширшуля, ты только посмотри. Да у вас талант. Да? Это должны видеть все. Вот как получилось, что Лунтик организовал выставку, а Пупсень и Вупсень прославились. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Спасибо, бабуля! На здоровье, Лунтик! Ух ты! Сколько земляники! Это для компота. Лунтик, ты не мог бы сходить к роднику за водой? Конечно, схожу. Спасибо, ты меня очень выручишь. Пойдем, я тебе тележку и бочку дам. Смекалка. Лунтик, пойдешь в прятки играть? Привет, ребята. Я сейчас не могу. Меня бабуля попросила сходить за водой для компота. Так мы с тобой. Правда, Мила? Ага. Вместе-то веселее. Вупси, а нам мыла хватит такую огромную кучу белья выстирать? Конечно, хватит. Я 10 кусков взял. И еще 2 пачки стирального порошка. Смотрите, там Вупсень с Пупсенем. И кажется, они собираются стирать. Только не это! Сейчас же вся вода мыльная будет! Стойте! Остановитесь! Это еще почему? Пожалуйста, подождите! Нам нужно набрать воды! Ну вот еще! У нас сегодня ежегодная стирка, и отменять мы ее не собираемся! Денька за 3 управимся, а потом набирайте себе воду! Точно! Хоть воду, хоть пену! Как же мы наберем теперь воды? Нужно их как-нибудь отвлечь от стирки, чтобы всю мыльную пену унесло течением. Тогда мы сможем набрать чистой воды. Постойте, у меня есть идея, как это сделать. Не жалей мыла, три хорошенько. Вупси, я устал. Ой, смотри-ка, что это они затеяли? Кузя, Кузя, давай, Кузя, покажи, как ты умеешь прыгать. Вупсень, Пупсень, идите к нам! Устроим соревнования по прыжкам! Вот еще! Будем мы с малышней соревноваться! Да вы просто струсили! Кто? Мы? Ну уж нет! Вот увидите! Мы дальше Кузи прыгнем! Только ты, Кузя, чур первый! Хорошо! Ну давай уж, прыгай! Да! Нам еще кучу белья перестирать надо! Эй! Хоп! А обратно. Эй! Хоп! Теперь ваша очередь. Давай, Пупсень, покажи им класс.
же чистая, можно набирать. Смотри, Вупсень, они набрали нашу воду. А, значит, они просто хотели нас отвлечь. Ну уж дудки. Ой, извините, я не специально. Да, извините, просто его ветром снесло. Давайте мы вам поможем постирать, чтобы быстрее было. Вот еще. Доверим мы свои вещи кому попало. Что делать? Я придумала. Надо нарядить Лунтика в страшное чудище. Лунтик выскочит из кустов, напугает гусениц, и те убегут. Точно! А мы наберем чистой воды. Караул! Спасайся, кто может! Спасите! Помогите! Чудище! Да, здорово мы провели гусениц. Ага, а как талантливо Лунтик сыграл роль чудища. Главное, что теперь у нас есть чистая вода, чтобы сварить земляничный компот. Компот? Ну вот, можно угощаться. Здравствуйте. Мы тут, воды вам принесли. Да, для компота. Вупсиня и Пупсиня, конечно же, простили и позвали отведать земляничного компота. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Червячок. Укрепляйте стену, поторопитесь. Вода прибывает. А? Вода прибывает? Где? Быстрее несите сюда, кладите здесь. Поторопитесь, а то муравейник затопит. Быстро, быстро. Здравствуйте, а я могу вам помочь? Да, за мной. У нас каждый делает свое дело. Мешок сюда, ты, мешок сюда. Ой! Все свободные муравьи, ловите яйца. Слушаемся. Есть, есть. А? Ой! Яйцо в воде. Я его достану. Я достал. Молодец, Лунтик, спасибо. Ты бы мог присмотреть за яйцами, пока мы спасаем муравейник. Да. Но это очень ответственное дело. Я справлюсь, вот увидите. Быстрее, быстрее, поспешите, вода прибывает. И чего тут ответственного? Смотришь, как они лежат и не разбегаются. Скучно, вот если бы с ними можно было поиграть. Точно, поиграть! Равняйсь, смирно! Всем приготовиться спасать муравейник! Меня прислали к тебе на подмогу. Что ты делаешь? Я с ними играю. Нельзя с ними играть! Наши яйца – это большая ответственность! Лунтик, быстрее клади их на землю! Хорошо. Я сейчас принесу. Червячок, а ты не видел яйцо? Извини, мне некогда играть. Ой, ты что? Ты потерялся? Кто потерял маленького червячка? Ладно, пошли со мной. Сейчас найдем яйцо, и я тебя отнесу к твоей семье. Здесь его нет. Ой! Мяу, мяу,
покушать. Сейчас. Что же ты ешь? О, может, листочек? Попробуй. Нравится? Ой, хорошо, хорошо. Сейчас дам тебе травку. Ты спишь? Лучше я сперва отнесу тебя к муравьям. Может, они что-нибудь знают. 114-й. Почему ты не остановил игру Лунтика? Что теперь с яйцом? Где его искать? Лунтик обязательно найдет яйцо. А, вон Лунтик. Вижу. Без яйца. Вижу. Лунтик, как ты мог быть таким безответственным? Почему ты не нашел яйцо? Ты повел себя очень плохо. Я не успел найти яйцо, потому что не мог оставить этого малыша одного. Это же наш малыш. Как ваш? Ваш малыш? Спасибо, Лунтик. Этот малютка-муравей вылупился из яйца, которое ты искал. Так это муравейчик? Значит, я нашел яйцо и семью малыша? Ура! Ура! Ну что, Лунтик, готов быть няней для нашего малыша? Но это очень ответственное дело. Ответственное? Я попробую. Лунтик действительно оказался хорошей няней. Он вел себя ответственно и следил за малышом очень внимательно. Лунный гость. Щука-клюка. Ты кто? Что значит кто? Я Пискарь Иванович. Меня тут все знают. А ты кто такой? Я не знаю. Ай, ай, что-то схватило меня. Ух, хулиган! Ой-ой-ой. А кто открыл дверь? Да уж, конечно, не я. Доброй ночи, тетя Мотя. Я только что пострадал от чего-то огромного детеныша. Наверное, жука-полунца. Он хотел украсть у рака домик. Хорошо, что поблизости оказался такой герой, как я. Мягко и не страшно. Ой, темно. Сказки. Жуку-плавунцу такое не под силу. Помяните мое слово, он и до вас доберется. Ой! Ой! Я? А, ты еще не вылупился? Нет. А хочешь, я постучу тебе по стенкам, чтобы они скорее раскололись? Ой! Спасите! Это жук-плавунец! Жук-плавунец! Ужас! Спасите! Жук-плавунец! Жук-плавунец! О, луна!
это? Подождите, вы кто? Огромный жук-плавунец. Это безобразие, посреди ночи ворочает камни. Нахал. Да, да, огромный нахал. Ой. Вот я и добрался. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Озорники. Привет, Лунтик. Привет, Кузя. Лунтик, привет. А? Ой, Кузя, что-то у меня в глазах двоится. Наверное, голову напекло. Лунтик, знакомься, это мой брат Пузя. Он к нам в гости приехал. Правда, на меня похож? Очень похож. Привет, Пузя. Лунтик, пойдем с нами гулять? Пойдем. Только бабе Капе воду отнесу и приду. Я быстро. Увидимся. Видел, как Лунтик удивился, когда увидел нас двоих? Ага. Пойдем еще кого-нибудь разыграем. Врет Пупсин, что я на бабочку совсем не похож. Очень даже похож. Ку-ку. Ку-ку, ку-ку. Ку-ку. Здравствуй, Пупсин. Привет, Кузя. Здравствуй, Пупсин. Здоровались уже. Здравствуй, Пупсин. Здравствуй, Пупсин. Пупсин, кажется, я отравился. У меня в глазах двоится. Представляешь, я видел 4 Кузь. А, нет, 5. Ого, а я только 2. Привет, ребята. Ребята, а вы чего такие грустные? Помогите! Помогите, спасите! Что с вами? Мы заболели! Нас преследуют! Кузя! 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 И еще один Кузя! Очень много Кузь! Кузя! Пузя! Выходите! Ай! Посмотрите, до чего вы Вупсиня и Пупсиня довели! Знакомьтесь, это Пузя, брат Кузи! Брат? Так их на самом деле 2? Правда здорово? Здорово! Пойдем, Пупсень, шутники! А по-моему, было очень весело. Надо еще кого-нибудь разыграть. Весело должно быть всем, а не только вам. Вон как Вупсень и Пупсень на вас обиделись. Не надо плакать. Он откусит кусочек и вам отдаст. Ведь правда отдашь? Привет, букашки! Букашки, привет! Букашки! 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 Ха-ха-ха!
Кузе и Пузе очень понравилось развлекать букашек. Оказалось, что веселить малышей гораздо интереснее, чем пугать Вопсиня и Пупсиня. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Смельчак. Дети, мы с мамой уходим по делам. А чтобы вам не было страшно, мы пригласили Лунтика. Мы и так ничего не боимся. Мы не такие маленькие. Что с нами может дома случиться? Я не опоздал? Нет, что ты. Вот наши малыши. Идем скорее, пока не начался дождь. До свидания, дети. Слушайтесь Лунтика. Ведите себя хорошо. Что будем делать? Поиграем во что-нибудь? Хорошо, поиграем. Иди сюда. Мы проверяли тебя на храбрость. Ты трус, мы храбрее тебя. А значит, ты нам не нужен, уходи. Но я не трус. Это я от неожиданности испугался. Раз испугался, значит трус. Но подождите, я же должен... Не бойтесь, это просто гроза. За чаем нам будет веселее. Ну что же вы, садитесь к столу. Ой! Вот как мы вовремя. Прямо к чаю. Мама! Мама! Папа! Мама! А если папа с мамой снова уйдут, ты к нам придешь? Приходи, нам с тобой не страшно. Теперь Лунтик будет не раз заглядывать в гости к малышам и присматривать за ними. Ведь он не только сумел успокоить жучков, но и успел с ними подружиться.
Творческий подход. Фу, кажется, я наелся. Чем бы еще заняться, а, пупсень? Не знаю, все одно и то же, надоело. Ого, смотри, радуга. Да, разноцветная. Смотри. А? Да, не то что тут, все зеленое да зеленое. Ну вот, было так красиво. И на тебе, снова все зеленое. Зеленое так зеленое, лишь бы вкусно было. Эх, пупсень, не творческий ты парень. Тебе бы только поесть. Пойдем, я знаю, как все исправить. Сейчас все раскрасим в разные цвета. Так, с чего начнем? Ну вот же, с тебя, с зеленого. Давай раскрасим тебя во все цвета радуги. А что, мне нравится. Долой зеленое, долой зеленое. Давай тебя тоже. По-моему, замечательно. И весело. Ой, а земляника красная, может так оставить? Нет, пупсень, здесь нужен творческий подход, смотри. Да, подход нужен. Между прочим, мы еще ни разу черную краску не использовали. Так давай используем. Было такое, стало другое. Вот так. Что это? Одни мухоморы. Я же помню, здесь были белые. Дети, не ешьте грибы, они ядовитые. За мной, не отставать. Интересно, куда это я попал? А может, я еще сплю? Ничего не понимаю. Какие-то странные ягоды. А земляника-то где? Не надо это пробовать, животик заболит. Дети, сегодня на завтрак свеженькая травка. Ищем зеленую травку. Что такое? Только синие цветы. Мне же задали собирать нектар с желтых цветов. А про синие ничего не сказали. Мама, ну где она? Зелененькая травка. Без паники, сейчас найдем. Мама, я нашел. Она зеленая. Трава, еда, мы спасены. Отцепись, Лунтик, хватай его. Малыш, ты ошибся. Это не трава, это Кузя. Что случилось с нашим лесом? Караул! Караул! Вся еда исчезла! Лес заколдован! Спасайся, кто может! Не отставать! Без паники! Дети, мы спасены! Скорее в дупло! Прячьтесь! Мы пропали! Дупло не настоящее! Ой, кажется, дождь начинается! Ну вот, мы красили, красили, а теперь дождь все смоет! Дети, так вот же он, наш лес! Трава зеленая! Ура! Наша еда! Ура! Ну вот, и цветы тоже нормальные теперь. Отлично! Наконец-то все в порядке! Я так старался! Не реви, пупсень! Вот возьмем и снова все покрасим. Еще лучше будет! Так это из-за вас букашки такие голодные? Так вот, из-за кого я нектар не собрал? Нектар? Голодные? Нет у вас фантазии! Да что они понимают в творчестве? Им бы только поесть! А мне понравилось. Вот бы мостик через ручей так покрасить. Бесполезно. Все равно дождем смоет. Вы лес акварелью красили. А у дедули есть краски специальные, масляные. Им дождь не страшен. А что, и покрасим. У нас к любому делу творческий подход. Вупсень и Попсень раскрасили мост. Всем очень понравилось, и баба Капа испекла для гусениц огромный пирог. Тут уж Лунтик применил творческий подход. Украсил пирог ягодами и разноцветными лепестками. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Лунтик, а я все равно тебя догоню. А вот и не догонишь. Догоню. О, а я сейчас спрячусь. Догнал. Эй, Лунтик, теперь твоя очередь водить. Что с тобой?
Не думал, что листья такие твердые. Ой. Это под листьями что-то твердое. Давай посмотрим, что там такое. Давай. Что это? Эй! Колодец. Голос совсем как у тебя. Там что, лунтики сидят? Вы лунтики? О, и Кузи. А почему вы не вылезаете? Вам никак? Кузя, надо им помочь. Сейчас, сейчас. Подождите, мы вас вытащим. Не бойтесь. Стой, а вдруг они плохие? Может, их специально туда посадили? Подержи, я у них спрошу. А вы плохие или хорошие? Кузя, слышал? Разве лунтики и Кузи могут быть плохими? Ой! Держите! Мне послышалось, или они хотят, чтобы мы ржали? Может, это их подбодрит? И-га-га! 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 И-га-го! Все, мне это надоело. Вы будете вылезать или нет? Ты их напугал. Не бойтесь. Привет. Я тебя вытащу. Держись. Подожди, я позову на помощь. Кузя, надо звать на помощь. На помощь? Помогите! Помогите! Там застряли! Помогите! Помогите, там застряли! Помогите! 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 Там застряли! Помогите, там застряли! Помогите! Там застряли! Что случилось? Помогите! Помогите! Скорее все сюда! Сюда! Откуда здесь колодец? Ой, это же я когда-то вырыл. Я и забыл про него. Эй, все в порядке? Ой, там еще и дядя Шнюки сидят. Там никого нет. Никого нет. А кто же с нами разговаривает? Это же просто эхо. Угу. Эхо? Эхо – это когда ты что-то говоришь, а твои слова повторяются. Оно всегда бывает в пещерах, норах или в колодце. А еще в колодцах есть вот что. Это же вода. Причем очень вкусная. Действительно вкусно. Я тоже хочу. Давайте все попробуем. Так Лунтик и Кузя узнали, что такое эхо. А к колодцу с тех пор стали ходить за чистой и вкусной водой. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Букашки. Будет дождь, пора по домам. Ой. Кузя, иди домой, а я за мячом. Будет дождь, бегите домой. Это был ваш домик? Где же вам теперь жить? Лунтик, закрывай скорее дверь.
Сейчас будет ливень. Деда, представь, что ты вдруг остался без дома. И тут пошел сильный дождь. Что бы ты сделал? Ну, я бы для начала зашел кому-нибудь. Вот эти букашечки и зашли к нам. У них больше нет домика. Можно они поживут в моей комнате? Но о них же надо заботиться. Вовремя кормить, укладывать спать. Я научусь заботиться, деда. Шершуля, они же остались без дома. Да и Лунтику будет полезно проявить заботу об окружающих. Ну ладно, идите греться к камину. Кого-то они мне напоминают, кого-то не того. Оно для вас тяжелое. Я сам положу его в камин. О, эти поленья напомнили вам домик. Не плачьте, я сделаю вам домик у меня в комнате. Вот и ваш новый домик. Это не настоящая ягода, она нарисована. Кубики не едят. О, вы же проголодались. Баба Капа, как ты думаешь, им хватит одного пирожка? Будет вежливо, если ты принесешь больше, чем нужно. А уж они сами разберутся. Где-то здесь был мой стульчик. Странно. Вы хотите спать? Сейчас я вас уложу. Нет-нет, тихий час. Да, заботиться о ком-то не так просто. Дождь кончился. Пока букашки спят, пойдем посмотрим, можно ли починить их домик. Такое ощущение, что этот сучок изъеден зубастиками. Я вспомнил, на кого похожи эти букашки. Это зубастики. Так вот, куда делся мой стульчик. Что? Съели свой дом? Теперь за наш примутся? Домой! Букашки-зубастики, вас приютили, заботились о вас, а вы? Деда, прости, что я привел их к нам домой, но их было так жалко. Думаешь, мне не жалко? Но ты же видишь, что здесь им не место. Им нужен дом, который можно есть, и подальше от нас. Куда вы собрались? Гулять. Кстати, в комнату Лунтика пока не заходи. Не переживайте, мы сделали вам новый домик с новосельем. А когда ваш домик закончится, можете смело переходить в соседний. Оказывается, некоторые могут съесть собственный дом. Главное не перепутать, где свой дом, а где чужой.